Всем привет! Однажды научившись паять, ты получишь силу. Сила. Могучий союзник это. Жизнь создает и растит. Энергия вокруг нас. Да, извините, что-то задумался. И чтобы наделить вас этой силой, мы создали наш новый обучающий набор, который открывает будущую линейку наборов по пайке. Встречайте набор «Деревня». Данный набор будет представлен в двух вариантах, о чем вас также уведомит наличие или отсутствие наклейки на коробке. Вариант с набором инструментов и без него, на тот случай, если вы уже имеете все необходимое для пайки. Давайте же откроем коробки и посмотрим, что нас ждет внутри. А посмотреть тут есть на что. Оба набора включают в себя обучающий комикс, где подробно рассказано о том, как подготовиться и начать паять, а также как пользоваться инструментами, которые использует любой уважающий себя мейкер. В обоих наборах вы найдете яркие и забавные наклейки. И там есть комплект деталей, плата и книга. И в одной из коробок присутствует набор инструментов. Давайте для начала рассмотрим набор инструментов. Открыв крышку, внутри вы найдете весь арсенал инструмента, который нужен для обучения и дальнейших занятий пайкой. Тут есть USB-паяльник, олово-отсос, мультиметр, кусачки, припой с флюсом, медная оплетка, бронзовая губка для очистки жала паяльника, комплект отверток и пинцетов, а также весь необходимый комплект проводов. Сам бокс сделан из 3-мм фанеры, имеет возможность фиксации верхней крышки винтами, которая также при необходимости может стать и вашим рабочим местом, для чего в ней есть прорезь для подставки под паяльник. В общем и целом набор инструмента включает все необходимое для работы с обучающей платой, так что докупать какие-то инструменты или радиодетали вам точно не придется. Идем дальше. В наборе присутствуют мешочки с радиодеталями, книга и плата. Что ж, давайте сначала заглянем в книгу, чтобы стало ясно, как будет проходить обучение. На первых страницах вы познакомитесь с вашими будущими коллегами по заданиям Денисом и Катей, которые в знакомом многим формате диалога будут двигаться с вами от задания к заданию и где надо помогут советом. На страницах книги вы узнаете все о работе радиоэлементов, которые вы будете устанавливать на плату, о принципе их работы и принципе работы схем с их участием. Важной особенностью набора является то, что она поделена на уроки, выполнять которые можно с той скоростью, которая вам наиболее комфортна. В конце книги мы собрали наиболее ценную информацию, такую как закон Ома, таблицы определения номиналов резисторов и конденсаторов, а также принципиальную и монтажную схемы платы. Все это поможет вам в дальнейшем легко работать с другими схемами и, как говорится, не поплыть. Теперь поговорим о самой плате. На нее уже установлены некоторые элементы, такие как светодиодная индикация, предохранитель или USB-порт. Кстати, именно благодаря последнему на плату и подается питание. Просто подключите один конец провода к плате, а другой к любому USB-выходу, и по светодиодной индикации вы сможете понять, что на плате есть питание. На случай, если вы где-то что-то закоротили, в схеме есть самовосстанавливающийся предохранитель, который защитит и вашу схему, и ваш порт USB от короткого замыкания. Более подробно о его работе также рассказано на страницах книги. Что ж, давайте перейдем к самим заданиям. Плата поделена на 7 проектов, выполнение каждого из которых практически никак не связано с работой других, ну разве что за исключением парочки последних. И это значит, что при очень большом желании вы можете выполнять проекты в той последовательности, которая вам больше нравится. Однако мы все же советуем двигаться согласно главам книги, чтобы обучение шло постепенно и более эффективно. Помимо проектов, в нижней части платы есть область для тренировки, элементы которой никак не связаны с самими проектами. Эта область нужна исключительно для того, чтобы вы могли набить руку перед выполнением проектов начисто. В процессе выполнения проектов вы познакомитесь с такими элементами, как светодиоды, тактильные кнопки, пьезоэлементы, диоды, транзисторы и многое другое. Всего больше сотни радиоэлементов.
Отдельно стоит сказать, что плата выполнена из прочного материала, который не боится прикосновений паяльника и может спокойно работать при температуре в 100 градусов. Дошли до конца и собрали все блоки? Отлично! Теперь можно разместить плату на самом видном месте, для чего в нижней ее части имеются ножки, припаяв которые к основанию платы, можно разместить творение вертикально и, подав питание, продемонстрировать его работу всем желающим. Ну вот, например, при желании подключить к колодке батарейный отсек и подать питание на плату от батареек. Или можно нажимать кнопки яблони, зажигая отдельные яблоки светодиоды или сразу несколько их. Воспользовавшись отверткой, открыть или закрыть транзистор-кран. Заставить повизжать хрюна. Зажечь свет в доме в ручном режиме или с помощью абсолютно любого ИК-пульта. Заставить солнце заиграть красками. А можно с помощью проводов тумблера и джампера организовать взаимосвязь между несколькими блоками, заставив, например, хрюна радоваться свету солнца или автоматически выключать свет в доме, когда солнце погасло. С нашим набором все, что вам надо для обучения пайке, это рабочий стол и парочка свободных USB разъемов. И кстати, даже после всего, что было сказано, все еще остается место для полета фантазии. Мы специально сделали плату белого цвета, чтобы ее можно было раскрасить с помощью фломастеров или маркеров. Следите за обновлениями на канале, для чего жмите лайк, подписаться и не забудьте про колокольчик. Свежие новости о новинках, проектах и многом другом вы всегда найдете на нашем сайте или в нашем телеграм-канале, ссылку на который мы, как всегда, оставим в описании под видео. Всем пока!